Всем привет, это космическая станция 13, и у меня сейчас интернет подзатупил, во-первых. Во-вторых, я забыл запись начать. Ну, правда, пока ничего интересного не произошло особо, но вот это есть. Да. Так, там завело. А как оно завело? Ну ладно, завело. Так. Чинил. Молодец. Так. Печально. Тут есть. О, мультистульчик. О, у меня все, фул набор взломщика есть. Я могу что делать, что захочу теперь. Хорошо. Хорошо. Так. Вон. Так, что я хотел? А где? А где они? А где мои цветочки? Что-то я не понял юмора. Вот его. Как-то странно оно улучшило, ну ладно. Бесполезно. Смысла мало будет. Если вы еще на полную не улучшите. Что-то я не понял. А куда цветочки-то делись? За прикол. А, ну я их сюда, наверное, закинул. Вот они, да. Так. Fungal Vitality, Perennial Growth. Электрикал, хиподемики. Угол виталити готово. Блин, что я наделал? Хиподемики, да. Капасив. Да. Perennial Growth. Да. У меня что-то какой-то ген потер. Capacity Cell. Perennial Growth. Fungal Vitality, наверное, я потер. Я, наверное, потер Fungal Vitality.
Ну, чем все сделаем обратно. Ну, какую-нибудь GoCap, ладно, возьмем. Fungal Vitality Extract, да. Так. Раз, два. Так, Fungal Vitality я же не сделал в результате, да, из-за этого. Vita Adaptation. А, там Vita Adaptation есть. Окей. Так, раз. Два. Первое. И вторая. Да. Ага. Видел. И как только он справился с АПЦ. Energy Growth, Pandemic'и. Так. Зачем я их так много взял? Кстати, сколько у тебя FPS стоит? Я ничего не менял? Но у меня в любом случае стрим в 30 кадрах, потому что у меня иначе комп не вывозит. И стримить сток всего, и записывать. Во всяком случае, так с Фариком было. Тут, кстати, вот я могу и стримить и на Twitch, и на YouTube, и записывать еще. Вроде все нормально. Вот. Liquid content. Хиподемики есть. Электрика. Я бы Елтер загнал. А Редбит еще, кстати, нужно. Так, тут у нас что? Мутаген. Давай еще добавим. И так как нас уже немножко улучшили, уже, может быть, что-то будет хорошее. Редбит. Пойдет. Пойдет. Так, Редбит есть. Блин, вот это... IC. Вроде IC. Ты имел в виду OC тогда? Ну, без понятия, где это настраивать. О, сюда никто никогда не заглядывает. Все равно. Так. Редбит есть. Мне бы силу разогнать. Ну и этот. Короче, да. Амоний.
Один. Два. Game Preference. Ну так значит, тогда максимальные какие возможно, нет? Три. Четыре. Ну я пока ничего не буду делать в любом случае. Потом уж потыщу. Пять. Шесть. Семь. Угу. Preference. Game Preference. Откроется менюшка в левом столбце, есть и в FPS. Я не вижу никаких FPS-ов тут. Мамор, по приколу, вам бошки некуда кидать. Там башками кидаются, я так понимаю. Лайфспав надо сделать побольше. Тридцать пять. Не густом, не густом. Так. Давай, она вроде улучшила. Попробуем арбузики закидывать туда. В смысле нет? А, потому что не тот интент. Потому что не тот интент. Ой, что-то там чел как-то себя не очень классно ведет, скажем так. Лайфспав, давай хоть, ну, 35 будет, чего. Так, и что я запихал? Зачем я диск туда запихал? Гениально. Нам можно закопать. Можно убрать туда, все равно их там никто чекать никогда не будет. Ждем вот это. Вот это шнеги. Угу. Угощенные вещества. Да. Угу. Чел куда-то пропал. Это меня напрягает немножко. Куда он пропал? Тесла? И что это было? О! Это нормально. Нормально она улучшила. У кого-то бомбануло. Да, что-то, да, как-то. Кстати. А, я это не смогу сделать, да? А как грядки делать? А, это мое, наверное. Это да, это мое. Тогда окей.
тут тоже как-то странно работает. Да ладно. Что за взрывы такие? Тысяч. У меня семена. В принципе, у меня уже много. Блин, вот. Душит-то реклама. Всем привет, это Космическая станция 13, я же запись не начал. А, нет, я начал. Я уже запись как 16 минут начал, дурачок. Кем не бывает. А, с вас не тыка и обычная. Следующий кто, бармен? Ни хрена себе у меня там семян. Нормально, она улучшила. Кто нажал? Газ. Есть. Нашел. Так. СЕ убить. Неплохо. Ну, роботисты еще ладно. Ну и СЕ, как я и СЕ убил, блин. Так. Куда-то там проникну. Так. Может, Blue Space есть уже? Может, не надо выращивать? Есть. Ну, не, ну, генератор хорошо работает, но остальное. Так. Так, ликвид есть, хиподемики есть. Нормально. Так. Можно это сделать. Кто там мутаген? Опачки, стрим 2 часа ночью.
Привет, Фулгрим, привет. Да, он уже давно длится. И у меня не 2 часа ночи, у меня 00:16. Елт нулевой, класс. Сколько тут? Нормально. У нас тоже 2 часа ночи, интересно, блин. Тоже получится. Ваши шахтеры мертвы. Ну-ка. Вы живы? Дождем немножко. Хорошо. Так. Трансфер по соточке. Сальфит. А, нет, прошу прощения, не закрывается сливать с белым. Что? А не можешь переехать куда-нибудь в вебкой или чатом? Не-не-не. Кровитоматами он насытится, не уверен. Как минимум, можно в любом случае, ну, взять мартышку, да, да сделать ее спокойно. Ну, руку можно поменять? Так, ну-ка. Это сюда, и это оставим. Так. Топорик, топорик. Сколько тут? 10. Хорошо, как раз мне сколько нужно. Лум. Да, вот, так что... Все в порядке. Attention.
инженер. Лазер у меня метит на всю планету. Бывает. Что? Че он так носится? На миник мостовой. Кинетик. Роботист. СМ. Еще можно интерфейс. Не знаю. Ну, главное, чатик поменял. С белого на черный. А верхнюю часть тоже можно под цвет нижний сделать. А... Понятно. Начали на расслабоне. Да. Вот пилот. Нифига там баром голова, а чё бы и нет.
Вот мне как туда не туда же мне никак не пройти, да? Быстренько. Открыто, кстати. Там же просто открыто. А я смогу ли? Я смогу через это кинуть? Ничего тебе, вы быстрый. Да нет. Я друга жду. Вот что мне делать? Вот как мне? Хотя бы можно было бы попробовать вот это сделать, да. Там сидит, пердит. Ну, видимо, прошла как-то мимо меня, что ли, через тихий. Можно пока этим позаниматься. Fungal Vitality, Prenation Growth. Fungal Vitality, Prenation Growth. Да, 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 фул. Как бы да. Вот я не уверен, что оно перелетит. Не уверен. Кто это? Капитан. Новый опыт, да. Должен прийти из Б. У вас нехватка. Я Дионы не очень подходят для службы в СБ. Ну, это с одной стороны хорошо, что типа не, ну теперь у меня не будет Челбаса, который сидит. Вест. Новый опыт. Да. Только сделать бы все еще это. Можно типа на Blue Space попробовать как-нибудь, конечно. Вполне можно. А, я что-ли что-то не доделал? Это что у нас? Вест. Я что-то не доделал. Вест. Джампсьюит, а что не хватает? Дюратреда не хватает. Эх, класс. Дюраткани не хватает. Ммм.
светящимися, наоборот, можно не светящимися. Ну толку-то с этого. Мышки вкусные. Бывает у железня. Как вот как мне вот их поймать, кого-нибудь из них? Я не знаю, смогу ли я. Вот. То есть, если я смогу тут перекинуть, если оно ни во что не врежется, то все будет окей. А может через техи зайти? А давай через тихий зайдем. А давай через тихий зайдем. А? Как тебе такой план? Через тихий зайду. Быстренько в него кину, да уйду. Так у меня же ни в одни тихие нет входа. Ой, карту. Карту я не взял. Где карта? А, вот она. А. Я берет сделал вместо этого. Можно через техи пролезть, кинуть в него, да и свалить. В эти техи не могу залезть. Тут забалтировано. У меня перчатки есть, как бы. Я могу, в принципе, все сделать спокойно. Мент. Мы можем починить. Как бы, какие проблемы. Да, я переоденусь 10 раз. Там кто-то есть снизу. Свет там вон, видите? Ну а как мне? Просто в ногу из коридора кидать, и еще не факт, что оно перекинется? Тогда за богом удачи. Потому что я не знаю, перекинется оно или не, через это или нет. Если оно не перекинется, если оно врежется, то умру я. Я такой, и все. И нет меня. Я ж помру. Там же сочетание убойное. Джампсьюит. Не туда, видимо, тыкнул. Влекся и все. Попробуй кинь у себя. Давай попробуем. Да ладно. Угу. Тогда она сейчас меня видит. Блин, почему не кинулась, а? Я же нажал кидать. Кидается, вроде бы. А через стул с обратной стороны. Ну кинь. Нервное что-нибудь. Да, нормально, можно. В теории пройти, ему накидать их там парочку. Он? А, обе мои цели.
Может их обоих сейчас принять. А почему она не работает? Ой. Я жидкое содержимое, что ли, не поставил? Почему она не взорвалась? Я сейчас скажу, блин, батарейки с кому не сделаю. Жидкое содержимое, похоже, не поставил. Почему оно не взорвалось? Ликвид содержимое есть. Разделенные вещества есть. Просто этот цветок не взрывается. Просто этого цветка такая особенность. Да как так-то? Бежим! Ого! А, это я так сделал, да? Черт возьми, надо было проверить на макаке. Взять макаку, да не проверить. Откуда я знал, что оно не взрывается? Черт. Выкопать их надо нафиг. У меня такое впечатление, что никто ничего не понял. Если что, скажу, а что она мне батарейки ворует? Без спроса. Эпик. Фейл. Ничего не сработало, блин. Жесть. Да, яблочком, я не знаю. Ну, пока вроде СБ по мою душу не идут. Срочник. Да, вот первый раз я это растение вырастил, и вот, да, да. Фунгал, пенерейшн, электрикал, киподемики, кислота, кислота, жидкое содержимое, лайфспавн. Сгущенные вещества, гниение, Blue Space. Ага! Цветочки, принес я и тут. Убийственные! Как так-то? Почему оно не взорвалось? Видимо, потому что вот там такое свойство, типа... Прикольная. Лайфспавны так хорошие. Еще придут меня принимать? У меня там должны быть нормальные. Да. Так, что-то все забили. Они что ли даже не поняли, что я там кинул?
Ну, а их кинул какие-то цветочки, ну, ударились, ну, закричали. Они просто ничего не поняли, мне кажется, просто. Кажется, дело в этом. Они, ну, типа, даже просто не поняли, что произошло. Игра 1, Task Force 0, да. Вы там как? Я могу пойти и переодеться. Ну, не сюда. Туда мне лучше не соваться. Маску пойду какую-нибудь эту. Забудем, как плохой сон. Да, ничего не было. Жив. Да. Неудача. Удача. Закрутить. Балаклава. И мне бы другой рюкзак бы. Где другой рюкзак можно раздобыть? Этот больно палевный. А, во. Ботанский. Да, вообще не подозрительно. Абсолютно. Просто конь бегает и бегает. Что такого? А, кстати, я могу шапку, получается, там вернуть. Ну, конь бегает. Ну, бегает конь и бегает, что такого? Ну что, я потом быстро снять и все, и выкинул. Ну, то есть, что они... Ну, пройтись там... Кажется, ну идет, и шел там кто-то непонятный. Доктор. Hotline Station. Да, да. Так как за мной тут никто не присматривает. Давай макаку, что ли, сделаем, я не знаю, на ней проверим. Техах. Может, с яблочки, может, яблочки, блин, тоже будут как-то не так работать. Кто же его знает. Макака, ты охренела? Стой спокойно. Нормально.
Сработало. Сработало. Где роботест? Я ж теперь как неизвестный. Известный Диона. Где роботист-то? Вонючий. Не вижу. Доктор. Бармен. Можно типа посидеть, попробовать смоб подкараулить. Ну, хрен знает, где она бродит. Зеленый кот. Тогда маску пока лучше снять. Капитан. Блин, ну есть дек. Но этим надо пользоваться. Этим надо пользоваться. Хорош. И пойти этот спрятать. Надеюсь, запись будет. Да, конечно, будет. Кто там? Ай, вы чего? А как? Кто вы деретесь? В смысле? За что? Таника. Чё, это за цветочки, походу, нашли меня? Ну, идём. Чё, у меня ничего такого сейчас нет. Сидим спокойненько. Не рыпаемся. Да. Кто? Я ботаник. Вот меня притащил из бил палкой. За что?
сижу себе, работаю. Не, ну я же... Она на моих глазах телепортировала стену. Обыщи его. Хватит! Меня сейчас тошнит. А что со стульями? Давайте попробуем. Да. Я просто нашел свойства странных. Там яблочки есть, яблочки. Кто, блин, что будет разбирать? Ну, не повезло, что она сюда тэпнулась, она могла, блин, ну... То есть, это вот худший вариант, куда она могла тэпнуться. Она могла туда, туда, туда. А она, блин, к этому тэпнулась. Ну, чё, я могу сбежать. Не могу. Вспомни про меня. А у меня там ничего такого нет. А у меня ничего такого нет. А у меня ничего такого нет. Если сделать пневмопушку, зачем? Труба нужна. Да, будто проблема. Чё нету? Да, вы там стреляли в кого-то. Убежали. Я откуда знаю, что там происходит? Я стою. Ничего у меня нету. Ничего нету. Конечно, ничего нет. Я работаю в станции, еду выращиваю. А вещи мои. Ладно. Пустое, конечно. Вздыхает. Где вздыхать? И все еще интересно.
Да, ну. Блин, вот не облажался бы я тогда с этими цветками. Было бы все замечательно. И долго вы меня держать будете? Блин, и она жива. Маску не надо было. А смысл? Так меня задержали-то из-за того, что... из-за цветка. Черт. Ну, клоун, да, клоуним. Ну что, сидим. В принципе, что я сделал из-за этих. Ну, пытаться выбраться, конечно, тут бесполезно. Там я не выйду. А вещи мои где? В сумке, что ли, все? Кто пытается слинять? Клоун? Нет. Это? Кто это? А, он? Да ладно. А что с ним не так? А план был хорошо. Вот не обкекался бы я там с этим. Вот. Ну откуда я знал, что я случайно встречу? Вот случайно встретил, все. Закрывал урок. Максимальный привет, сомневаюсь. В Бриге же могут держать только 10 минут или как? Сколько мне тут сидеть? Будешь сидеть. Нет, не из Волроком. Точно. Но много из каких игр. Че, неужели ее откачали так спокойно? Че, потому что вон, я же кидал эту штуку и... Блин, ну... По идее, я там, конечно, напихал побольше химических веществ, но там была фишка в том, что сейчас, наверное, из Дума, да, может быть, скорее всего. Вот, что я хотел сказать? Вас не буду ничего говорить. Ну, я не вижу, чтобы она особо что-то писала. Эх, чертовы цветочки. Да и откуда же я знал, что я его просто так вот случайно встречу, блин, на пути и все. Ну, типа, там спалить, что я в нее кинул, было вообще невозможно. Никого рядом не было, даже она не могла увидеть. Потому что я там в лошади бегал. В другой одежде, вообще забей. Ну и чтобы она что-то печатала.
Разве не должны только 10 минут держать мутаген? Да, есть у нас. И его еще может сварить кто угодно, у кого есть диспенсер, если что. Так, словом. Так у них на меня ничего нету. Что здесь незаконного? Мутаген. Тут, короче, кроссовки модные или грязные? А у него... Не знаю. Ау. Так, мутаген можно сделать в любом, блин, диспенсере из трех компонентов. Ну, кинули туда гранату. Что, может свалить попробовать? Пока она забит. А что, так у меня... Ну, вещи я могу взять. Двери взломать. Не знаю. Ну, можно попробовать свалить. А, бригмет там есть. Лучше не надо. Хорошо, сидим, да. И чё брикмет сюда пришел? Не, нормально все с ней. А как? А почему? Я не знаю, типа я вроде сварил все правильно. А ее и хорошо закинуло. Ну, пришли. Я не могу никак это отменить. О, клоун тоже упал. Ботаник чист. Конечно, чист. Да, буду читать. Пускай читает. Там ничего такого нет. Молчал бы, они кровь тех, как нашли поход. Ну, там можно найти интереснее. Так что, если я чист, долго я тут буду? Или как?
А что со мной? Что за ложь? Да. Яблоками кидался. Может, я еще мартышками кидался? Он в мары его кинул. Мало доказательств. Во-во. Ну что, дек? Ничего не нашли они. Спасибо. Блин, маска тут была. Как бы ничего такого. Блин, а как она выжила так спокойно? Что мне делать? Черт, ну за мной теперь будут следить. За мной, на мне палево. Почему она не попросила этого? Че, дверь открыта? Вот что я могу сделать? Надо этим устраиваться. Армор взял бы спокойно. Роботистом. Не знаю, а как она ее спокойно от... Кровавая миссия. Ну, такое. Мартышка где, интересно? Блин, я не понимаю, то ли все-таки нужны побочные химические вещества? Может, они просто не распространялись? Что тут у нас есть особо интересного? Почему она так легко, ну блин, выжила спокойно? Видимо, ну потому что у меня было подозрение, что я сделал вот 50%, 100%, и все, больше не идет. А видимо, все-таки идет. Мы маску берем. И там лежит. Кстати, у меня есть одна идейка. Знаете, что можно сделать? Можно сделать кое-что веселое. Почти гарантированно, я так понимаю, это произойдет. А второй, значит. По-моему, оно так работает. Если я не ошибаюсь. Ну, ставить все. Ну. Тут что-то все поломано. Мартышка там какая-то, чё? А! Так это и есть мартышка.
Как бы да. Она сюда прилетела. Сюда и прилетела. Как бы да. Это еще тема хорошая, чтобы устроить хаос на станции. Прям. Ну, это надо было делать быстрее раньше, потому что этот процесс не быстрый. Ну да ладно. Там ничего уже. В дормы тогда еще можно потопать. Ну и свои автоматы можно тоже взломать спокойно. Плохо, что я одного только союзника себе нашел. Я не очень представляю, что бы мне взять такого интересного. Типа, взять можно имплант, во-первых, ну, поначалу. Потому что, ну, типа, берем имплант и в любом случае все неплохо. Ну, хранилище, я имею в виду. Иди в бар. С этим. Кровь клоуна там. Тут что-то сломанная стена. Прикольно, хорошо, что только по показаниям одного челика не стали меня. Роботист, мне кажется, тоже трейтер. Потому что, ну, он же видел, он ничего не сказал. Он же видел, что я в нее цветочками кинулась, но он что-то промолчал. Ничего не сказал. Если бы он дал показания, меня бы спокойно могли сейчас посадить. Вообще без каких-либо проблем. Ну, посадили бы меня ненадолго, там, за нападение, там, вся фигня, но все равно. Гейт. В Дорман что-то пошел. Это очень хороший способ строить на станции хаос. Причем не напрямую от меня. Опосредованно. Если я правильно ломаю, потому что что-то я пока... Посмотрим. Правильно я делаю? Потому что, по-моему, надо ломать это. Вот. Просто тогда автоматы могут сойти с ума. По идее, по-моему. Вот пилот. Ладно, я пойду, пожалуй. Пока он не очухался. Пытаюсь хаос устроить. Видимо, нужны дополнительные химические вещества, не знаю. Ну, макак, понятно, сдохла. Умею купить, блин, снайперку со снайперки, ее где-нибудь подкараулить. Убить. Или чё? Яблочки. Уже портится. Надо их тогда выкопать нафиг.
Так. Надо проверить, работает ли это. Пока я что-то результата не вижу. Раунд идет. Как долго? 2 часа 20. Почему не работает? Я что ли что-то не так взломал? Вроде бы этот должен был быть. Может, просто никого не было, поэтому не кидалось, типа. Не знаю. Давай попробуем поубойнее сделать. А можно, может, кудзу вырастить? А я имею право кудзу выращивать? Наверное, нет. Ладно. Блин, видимо, обязательно надо было этих тессилиум всяких добавлять. Тессилиум. А, ну да, логично, что он есть у меня. Надо было не полениться тогда, видимо, сделать на всякий случай. Потому что я вот не очень понимаю эту механику, ну типа 50% там, 50% тут. И? А чё за ро? В смысле? Чё за ро? Не понял. И силам. Давай возьмем. Ну попробуй сделать, как я в прошлый раз сделал. Так, где там? Потому что сейчас, ну вот чисто была кислота, и, видимо, этого недостаточно. Яблочки уже себя скомпрометировали, кстати. Тогда надо делать не яблочки. Да. Тогда надо делать не яблочки, а что-нибудь другое. Что может быть такое побезопаснее? Черри. А, черри, они мелкие, по идее. А что это вообще, вишня? Давай. Так. Блин, что я сделал? Что я сделал? Корова вонючая, иди отсюда. Я глоукэпы просрал, тесили просрал. Генетик. Давай, фунгл виталити, принешл гроув есть, капасив, электрех, кислота. Просто, ну, я не помню, как это делать, дикую штуку. То есть, ну, я не знаю прям вот, что нужно. То есть, я гарантированно не знаю, потому что я антагом-то не особо не был на ботанике. Поэтому вот в прошлый раз я напихал все, чтобы все подряд, и я не видел там, типа, каких-то нижних веществ. Может быть, типа 100 это 100%, а из-за того, что у меня сгущенные вещества, 200% в результате в сумме. Ну, то есть можно напихать. Я вот это вот не очень понимаю, как работает. И то есть у меня там какие-то нижние не работали, но вот верхние работали. И из-за этого получалось убойно. Ну, явно это получилась неубойная штука. Вот я думал, что вот как раз примерно такой же вот результат будет, а вот на шаттле тогда всех поубивало. И как? Вот где это? Что это? Почему это? Почему тогда сработало, а сейчас не сработало? Я...
Ну, я уже, конечно, спалился. А глукэпы есть? А, глукэпы есть. Хорошо. Лун, то как? Тебе может вырастить его интересного там с кровью, маской. Ну смотри. Угу, это плохо. Но тебя же вроде можно вылечить. Попробуй. А я пойду работать. Лок ЭП есть. Ладно, тогда Тисилиу и я могу спокойно, в принципе. Окей. А вот Чири сделаем. Passive Cell. Не знаю зачем. Не знаю, работает ли оно. Что я сделал? Зачем я Passive Cell туда привел? Так, отсюда. Тисилиум. Да. Ой, играю, капец, уже что там. Тисилиум. Да. Ну, считаем, что 200% тогда будет. Так, Тисилий добавил. Терозин. Терозин есть у меня через странные семена. Терозина нету. Ну и он типа безвредный. Карпотоксин. А, 8%. Мало? Ну ладно, можно. Чтобы не выращивать долго. Так. Да. Карпотоксин есть. Что еще может быть? Как? Что еще может быть опасного? В странных семенах каких-нибудь. Радиум, вроде бы, да. Вроде бы опасно, ну-ка. Радиум. Давай попробуем, я не знаю. Фосфор. Вон радиум там есть всякие. Радиум, окей. 20, 40,
Еще 60% у меня есть. Я так понимаю. Что еще может быть у меня интересного? Так, цель-то там вроде не выполнили. Формальдегид, явный яд. Формальдегид. Пятьдесят, короче, будем считать процентов. Долго грузится, потому что много веществ. Кислород. Вообще цель какая? Смоук. Смоук давай попробуем сделать. Цель что-то там майнить, по-моему. Там, может, это какая-то новая цель, я не в курсе. Видимо, это новая цель. Так. Возьми ж ты. Смоук. Почему нет? Смоук. Так. Дым. Так. Что еще у меня есть? Давай плазму поищем. Может, плазма ее вообще есть. Какая-нибудь. Плазмы нет. Давай все пытаться пихать подряд. Ирис. Что на глаза варево? Содиум. Содиум это что? Содиум. Натрий, не знаю. Чикен соуп. Токсик слурия. Фишвотер. И... аммония. Не знаю, давай и это попробуем впихнуть. СБшники там шныряют. Ну, то есть они явно все знают, что я этот трейдер. На самом-то деле. Поэтому... плазма. Вот, содиум. Вот тут можно посмотреть. Так, в принципе, что-нибудь еще. Надо поискать Black Russian. Ungo Vitality. Тракарбинол, Frost Oil. Парейтед. Солод. Парейтед. Афинол, эпинефрин. Кола. Силикон. Унион, мид, томат, пенифрин, томат джус, фунгл виталити, продукт с радиом. В голову может, кстати, да, стоит целиться. Радием. Можно взять какие-нибудь стандартные типа штуки, типа что тут есть, может быть, такого. Крапивку посмотрим, давай. Мухоморы какие-нибудь. Где они? Флаймания, вот они. Там, может, еще что-нибудь будет. Псилоцибин, нутримент. Амантин. Вот что за амантин? Амантин.
Вот, амантин, кстати, шикарно. Так, и в крапиве, может, что-нибудь будет. Пикни. Нет. Еще бы что-нибудь такое. В чем может быть еще что-то неприятное? Можно еще какой-нибудь тут взять. Типа взять тут просто какие-нибудь наркотики. Space Drugs, вон 15% сверху запихать. И все. Так, вот и все. Так, давай аммония. А, Blue Space-то я не сделал. Я про Blue Space не добавил. Ну ладно. Потом добавим. Так, блин, вот за что меня забанили. Там вроде, наверное... Ну, короче... За что меня забанили, я там такую штуку сварил, что там 10 человек валялось, если не больше, в меди умер, померли вообще без шансов, их там пытались подкачивать, там вообще забей. Так, 4 раза еще. Хорошо, что этот не пошел проверять, что я тут выращиваю. Просто я типа думал, что остальное вот не работает сверху. Но вот, видимо, работает все-таки. Потому что сейчас вот получилась штука такая не супер убойная. А я взял... А, нет, Blue Space есть, хиподемики есть, Liquid Contents, Electrical, хиподемики. Вроде бы все есть. Не, все есть. Хорошо. Попробуем. Я бы взял еще мартышку. Пробовать на ней. В принципе, там никого не бывает особо. Ладно, пускай она тут пока потусит. Мартыха. Можно, знаешь, что сделать? Так, раз я тут один остался, во-первых, ты иди гуляй. Во-вторых, я могу, например, сделать звездючков. Кто там ходит? Только я вышел, сразу побежали тут что-то. Ост там тусит. Тусят. Можно устроить хаос на станции небольшой. Как бы запихнул. Кого? Мне в шкаф надо было запихнуть. Вон, вишенки пошли. Мартыху. Зачем? Она оттуда особо далеко не уйдет. Так, и Health Analyzer бы взять. Хотя я не думаю, что я смогу проверить, что с ней произошло. Особо. СБшники где-то шныряют. Может, туда налево уйти.
на нее. Нашли, что ли? Ну. Вы чё шныряют? Чё шнырять? Сейчас сюда придет сейчас. Че они тут все вокруг бегают? Непонятно. При этом что-то вот особо ничего в принципе не слышно. Связь. А, связи нет. Понятно. А, связь есть. Наш наладили. Поймать бы эту СЕшницу. Или роботец. Ну, роботец тоже, судя по всему, трейтер. Connected. А, там, да? Ну да, добейм. Капеллан мою мартышку, что ли, тащит? Ну, кстати, мне это интересно, ну-ка. Ладно, пойдем. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Стылс. Да. У меня какие техи есть, блин, доступ? Мои техи и все. Надо бы в каких-нибудь нижних там почекать все. Ну давайте, чтобы... Чтобы что? Ну сделали звездючков, будут они бегать и чё? Да и в чём? Нет смысла. Особого в этом. Сама убежала. Забрали мартыху? Забрали мартыху, что за прикол? Что они вообще тут делали? Пришли мартыху, забрали. Ну, может, они нашли там... Что произошло там? А почему я выйти нигде не могу? Странно. О, курица. Опять курица.
Пойду-ка я оттуда, знаете. Давай сюда. У вас там бриги. Вы как? Пишите сами хоть иногда. Вот сейчас я, наверное, нормальную штуку сварил. Блин. Что-то опять трейтер. Так это все тот же трейтер. Или ты по сравнению, или ты про вчера? Живы целы, там как? Да, тоже ничего. А? Че? Пустила. Подлагнуло, что ли, немножко. Давайте, ладно, звездючков посадим и все. Tower Cap, Plump Helmet. Создадим какую-то иллюзию деятельности. Что-то они вот туда все подорвались. Странно. Но курица, я подозревал, что на нее, в нее просто не попадется. А получили звездючки, да? По-дурацки, кстати, посадил. По-дурацки посадил. Ну ладно. Так, чё они туда все начали бегать? Я за. Хочу промочить горло. Мы возьмем сразу ему подарочек. Он сидит. Здравствуйте. Ну так, не очень. Не смог СЕ бить. Сначала сделал не то растение, а потом веществ мало добавил. Я теперь под подозрением. Хоть и от пустили, потому что улик не было. На лаве даже костей не осталось бы. Там чего? Чего-нибудь бы. Я лично только бы апельсинового. Апельсинового. Спасибо. Не получилось, что-то я не так автомат взломал.
странно. Так, как я сказал бы вам написал бы ОПДА. Так, там-то откуда было известно, что она туда отправится. Там еще этой цели не было. Я могу вам вишенки бойные дать. По идее, кините. И еще ботинки с Е. Ну вот. И с Е хотя бы. Кинять. А, не, вроде работает, вон, кидается. Я могу вам дать вишенки такие, что если человек окажется просто рядом с местом, куда они упали, его уже не откачают. По идее. Проверить я не смог. Даже линию СБ у меня в техах бегает. Назвав шахтера бывший инженер, даже не выманите схему на починку телекомов на лаве. Ну, что-то делать нужно. Аблативный армор. Ручной телепортер. Блюпринт станции. Да, могу вырастить помидорки. Не нашел. Могу вырастить плюс пейс помидорки, которые будут тэпать на один шаг. Можно так через любые инки проходить, если хоть немного повезет. Да, да, енот. Ну там не я же устроил.
вообще без понятия. Могу поделиться кристаллами. У меня все равно нет идей, на что их потратить. Чертов трейтер, блин. Не, вроде сошли с ума. Вот, видите, шныряют. Хорошо и плохо. Пойду-ка я в тихий, у меня есть идейка. Вот это хорош тихий. Так. Нотс. Домой. Мессенджер. Сенсет Риткон. Надо бы, да. Надо бы. Так, по скидке есть что-нибудь? Термалы. Миллион. Стичкин. Имплант. Я бы взял Mind Slave, знаете. И Storage. Майндслейвнул себя. Майндслейвнул себя. 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 Кто идиот? Сколько у меня их осталось? 4. Ну, забей. Да. Вот реально, да, фейспалм. Да. Кто там? Да, инженеру забей. Кровяка. Кстати, работает, работает. Вроде я не видел оповещения о вирусе. Сначала это нужно. Открыто. Он там тусит. Себя. Трейтер года, да. Да сплю. Вот им.
Тот пытался взломать. Я хотел этого цивилиана майнслевнуть и натравить на СЕМ. Он кинет. В СЕМ. Можно Дионочек сделать хотя бы. Ну, себя майнслейв. Ну, а почему она не отказалась меня же майнслейвить? Даже... Да. Это же, да, мощно было. Это было охренеть как мощно, да. Penetration growth. Да, косяк. Все, так бы натравил, ну то есть, что мне до какого-то там чела? Натравил бы его, он бы кинул, все, он бы сидел. Ну, у него были бы проблемы, а не у меня. Все. Я майндслейвнуть, это было мощно. Да. А ручной телепортер, он... Я могу что-нибудь в теории через Blue Space из этого взять? Где Station Blueprint, где это все прочее находится? Как-нибудь можно посмотреть? Чтобы, ну, типа, мне хотя бы понимать, куда идти. Давайте Дионочек вырастим. Раз там бегают челбасы. Можно... Телепорт у Кэпа вроде. Ну да, но... Не забрал ли он его просто и все? Туда тыкнул, поэтому penetrational growth. Fungal vitality. Ой-о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 й. Майндслейвнул себя. Неплохо. Сколько там надо вколоть? 3. Много, короче. 4. Пять. 6. 7. Еще 3? Как-то плохо считал. Можешь рискнуть. Я ничего не сделаю.
Вот возникла идея хотя бы майнслейвнуть и майнслейвом отправить его туда. Какого-нибудь цивилиана, ну или кого-нибудь. Ну, кого-нибудь натравить. И все. Там попробуй докажи, что это был я. Только хотел, что раунд долгий, да. The emergency shuttle has been called. Да. Шаттл, шаттл, шаттл. Нимфочек надо было вырастить давным-давно. Девять целых одну десятую, блин, грибочка я собрал. Да как вообще? Грибочки, грибочки. Там же. Давайте. Кто грибы выпустил? Печалька, не раунд, но майнслейв нужно русло пошел. Да, на себя же. Помидор. Ну, помидорка за ними гоняется. Они друг друга еще бьют. Того ботаника. Да, да. А меня нет. По закону работаем. Да, да. Уфум. Не, я все правильно сделал, но вирус не пошел, к сожалению. Может, надо было больше попробовать взломать. Потому что вот я замечал такое, если их взламывать так вот криво, чтобы они начинали кидаться, то они постепенно, рано или поздно, ну, заражаются вирусом, и потом все с ума сходят автоматом. Я этого для хаоса, для создания хаоса хотел бы вам. По случайности. За ботаника, ну, честно говоря, раз пять. Honor. По случайностям. Пока я понял, как это работает, как это... Бедные пиздючки. За что вы так с ними? Лучше, лучше. Да не, сами. Вылезли. Ой. Да. Да, они сами вылезли.
Да, конечно. Ага. Они же ходят. Подловить ее на подходе обратно. Но вы ботинки вряд ли получите. Ну, кинуть в нее. Вишню ее блюз пояснит, и вокруг нее начнется химический ад. Вы ботинки умереть, она умрет, но ботинки. Как меня увидит, сразу СБ позовет. 4. Я себя чайно майнд лейвнул. Хотел того Вилла поймать и натравить на Мару. Могу попробовать вырастить мямой что-то. Она не сможет говорить. Ну, с Арпулея тамом не суть. Эх, 4 часа уже кайф, да. Не ее, если кинуть. Ну и заодно еще намешать его. Сколько там осталось? Шаттл через 1.5 минуты. Поздно. Меня даже порика нет обои. Mm-hmm.
Почему бы и да? Кто-то. Его не спрятать. Держим. Я попробую что-нибудь сделать. Кого-нибудь поймать. Роботиста или ее. Роботист где? Тут? Тут еще, надеюсь. Он? Он. Он отсюда пойдет. Взял. Я другую цель. Идет он? У него же нет другого выхода. Да просто всего бренности бытия. А, ну он пошел, забей. Типичный раболюб. Забей. Опять раболюб уходит в этом. Опять роботист пошел, покатился. И пришел под самый конец шаттла. Почему же он залез в меха? Почему все внезапно за роботистов начинают залазить в меха? Почему? Даже вылезать не собирается. Второй роботист, который у меня цель, второй же сидит, блин, в этом, в мехе. Я ни разу до этого не видел, чтобы они ходили, блин, в меха хоть раз. Совпадение? Совпадение. Да. Повезло, повезло, да. Я
Да не, ну по СРП можно, так можно, ну чё, что такого? Проверю хоть потом свою помидорку. Просто не вылазит. Тот хотя бы приехал в Мехи, он вылез там хотя бы. Он собирался там в это помещение, а это даже не вылазит. За что мне все это? Он был трейдером. Понятно. Я так как думал, что он трейдер. Ну, давай проверим хоть. Цветочек. Один. Один. Вон, немножко постоял, давай уйдем. Не, мне нормально. Я не знаю, что такого убойного надо сварить. А почему у меня там получилось сделать нормальную штуку, а сейчас нет? Вот, ну мне вообще нормально. Там я сразу, блин, отлетел. То есть там... Я не знаю, ну типа я не могу понять, почему сейчас у меня получились не убойные эти помидорки, а там вот, ну вы видели. Ну давайте я вам просто покажу этот момент даже на ютубчике. Кто не был там на стриме, кто этого не видел в видосах. Вот. Миллиард лет. А он в рипле сидит. Может он вылезет хоть ради исключения? Нет, не вылезет. Вот еще не один раболюб сидит. Не, смотри, что тут было. Кидаю ее один. Немножко зашел. Во, сразу там, сразу в крит. Я уже в крите. Все, вот уже я уже в крите. И вот сравнить с тем, что сейчас было. Ну, я закинул в него. Я сам помираю, правда. Надо пересмотреть запись, как я такое сварил, убойное. То есть вот. Ну а что рандом? В чем рандом? Нет, ты посмотри, там потом 10 человек, вот в которых это прилетит. Давай там. Они там все тоже начнут помирать. Где там? Вот этом. Всем привет, это Космическая станция 13, у нас идет уже... Явно убойная шняга. Вот сейчас, в тот раз я сварил убойную штуку, в этот раз даже было бессмысленно, по сути, кидать, она бы не убила. Ну, короче, я кинул парочку, видимо... Вот, то есть, сейчас я покажу. Вот, я более-менее откачался, меня выехали, но я уже не в крите, но обратно все равно в крит меня вкидывает. Радиус раза в полтора больше. Да не, радиус такой же. В крит. Радиус такой же. Ну, короче, штука явно получилась мега убойная. Ну, там парочку я кинул, парочку, видимо, это... Просто сразу в крит вгоняет. Бёрн. Ожог очень жесткий. А что это? В смысле, а что это? Я в свою цель кинул.
Первым. Короче, надо выяснить, как я это сварил так жестко. Без гранат. Не, ну понятно, но я просто вот сравните, вот сейчас кинул штуку, и она была как-то не очень рецепт имба штуку. Видимо, да. Как у меня там получилось сделать такую штуковину, которая там всех повырезала. Сейчас я вроде тоже там натыкал миллиард всего, но тут просто вот мгновенно в крит вкинуло. Вон, помидорки уже есть, да? Я там готовился как раз до этого, запись короткая, середина раунда. Вот я тут отдавал ему помидорки, значит, раньше. Вот они растут, судя по всему. Жидкость содержимое, penetration growth, hyper skin, blue space активность, газ, hypodemics, electroactivity, capacity of the thing. Может, с помидорками это почему-то сильно жесткое. Вот. А не вот. Сладенький. Если я что-то другое делаю, то почему, может, это хуже работает? Без понятия. Засадить? Вот она там растет, помидорка. Сейчас можно будет, что я туда... Вот, кислота 1, кислота 2, смазка, карпулетум, карпотоксин, цианид, тирозин, тилизин. То есть, не типа, вроде не супер жестко. Готово. При этом там потенция. Вот, то есть туда же потенция, судя по всему, 77. И при этом получилась какая-то жесткая вещь. То есть также и две кислоты. Но при этом тут вот, допустим, смазка какая-то. Может, оно просто там прореагировало химически и получилась жесть. Карпотоксин. Ну, карпотоксин у меня сейчас был. Цианид тут, тирозин, тисилум. Непонятно. И сейчас, что я там наварил? Пытаться повторить. Вот. Вот, непонятно. То есть сейчас он, ну, даже если бы я его подловил, ну... Да не, 2 часа ночи уже, спать пойду. Вот, то есть, ну даже если бы я кинул, сейчас почему-то вот получился слабо. В любом случае, штука. Может, надо было, блин, действительно помидорку делать. Может, дело в том, что это не помидорка, может, помидорки такие жесткие именно получаются. Может быть, от плода прям тоже есть, что зависит. Может, или, блин, вообще попробовать с арбузом это сделать. Может, с арбузом. А можешь попробовать? Блин, сразу быстрее. Это не быстро. Полтора часа еще играть. Может, дело в фрукте, который я кидаю. Может ли это быть? Может ли это быть? А как локалку поднимать, кто им знает? Было, блин, все это потестить. Количество массы. Ну что значит это количество массы? Потенция у меня была максимальная. О, где на Вики? Где? Все понятно. Где что, все понятно. Про какую массу? Вон даже нету в руководстве ничего ни про какую массу. На главном экране. Что, где на главном экране? Вот, руководство ботаника.
Ну, когда вики открываешь новое. Ну что, ну вики открыл. И что открыл? Ну, открыл. Открыл прям вот заново. Ну. Мог бы ссылку там просто типа кинуть. Ну да ладно. Ну. Или, а, это про локалку как поднять? Так, ну а как, окей. Да, так, а я тебе именно про массу, ну окей, локалку, окей, можно разобраться. От количества масса, вот что за от количества масса? Это тебе про другое, чтобы, ну локалка, ну блин. Все равно на локалке, типа, понимаешь, это будут какие проблемы. Да. А как все равно это будет все неудобно делать, потому что, ну, мне придется и это делать, ну, короче, блин, часа три. Потому что мне же надо будет за РНД разобраться, мне за РНД надо будет себя улучшить. Массу утилизатор кидаешь. В утилизатор, я так предполагаю, это зависит от удобрения. То есть смотри, я объясню, в чем дело. Вот возьмем какую-нибудь эту гайю. Вот амброзия гая. Если потенция описания может... Что? Потенция. Как для оглушения содержания по формуле 1 плюс потенция умноженный реагент делить на 100. Не реагент, выступает коэффициент концентрации. В чем? Вот. То есть вот, про амброзию что хотел сказать. Если удаляешь все, кроме Earthblood'а, остается нутримент. Ой, ну, остается Earthblood, то в биогенератор она вообще массу не дает. То есть надо именно удобрение. Именно удобрение, видимо, влияет. Поэтому тут вот 6%, а у этого, у... Как его? У арбуза? Plant Matter. Plant Matter, Water, витамин. Ну, арбуз дает очень много. Может, Plant Matter вот этот очень профитный. В плане массы. Или что? Не знаю. Ну, как минимум, я точно знаю, что есть разница в том плане, что арбуз... Их ты можешь запихать в сумку только там 36 штук. Или сколько-то, ну примерно. В отличие от остального, именно по сотке. Остального по сотке. Может быть, в этом какая-то... Какой-то есть приколдес. Все-таки, ну то есть, какая-то зависимость есть, видимо. Хрен его знает. Семь секунд. Вот.
Вот, вот это вот. Двоя вместимость повода позволяет содержать большее количество реагентов. 50 грамм. А так 100 грамм. Ну, видимо, еще от растений что-то зависит, потому что, ну, вот тут вот... Следующий стрим для проверки. Слишком долго. Слишком долго проверять. Ну, как минимум, то разница в растениях может быть присутствует. То попробовать вот там или вообще взять, ну просто взять арбузик, через арбузик делать, попробовать помидорку и попробовать это. Локалку я сделаю, и чё? Не тестить. Ну, то есть там, как правило, я один раз зайду, и там уже, ну, меня не откачать никак будет. Точно. Или локалку. Ладно, все, что запись надо было точно остановить. Всем пока. Пока запись, пока-пока.